Провести лето с пользой не только для себя. Сегодня в Серпухове открылась первая смена лагеря труда и отдыха в Центре по профориентации и трудоустройству молодежи. В Центре по профориентации сегодня особенно торжественная обстановка. Воздушные шары, разноцветные флажки, почетные гости. Ребятам повязывают синие галстуки и говорят слова напутствия. Очень приятно, когда этот отдых приносит еще и пользу. И приносит пользу и вам, потому что вы работаете, и ваш труд, он будет вознагражден, но он приносит еще пользу и городу. И поверьте мне, все горожане, все серпуховичи будут видеть вашу работу, вашу заботу о любимом городе. Ничто не останется без внимания. Сегодня при Центре по профориентации и трудоустройству молодежи открылась первая смена лагеря труда и отдыха. Многие ребята пришли первый раз. Все-таки детям нашего возраста, молодежи, не всегда нужно сидеть дома и ничего не делать, сложа руки. Наш город нужно ценить и держать его в чистоте. Трудовые лагеря действительно для нас, молодежи, важны и нужны для того, чтобы найти новых друзей, новых знакомых и убраться в городе, то есть то же самое Бару. В этом году трудиться будут две смены по 22 человека каждая. В августе к работе приступят трудовые бригады. Но каждый ребенок в 14 лет, он хочет уже трудиться и попробовать себя, насколько это сложно, трудно, заработать свои первые деньги. И, естественно, каждый потом распределится своими финансами самостоятельно. Но, делая опрос, очень удивляюсь, что кто-то берет себе, но кто-то все равно, я отдам маме, я помогу себе, семье. А ведь это дорогого стоит, когда, в общем-то, ребенок уже задумывается о семье и то, что он поможет своей семье. Всего за лето в Центре по профориентации и трудоустройству молодежи планируется трудоустроить более 350 человек. Ребята будут убираться в парках, скверах, местах отдыха, сажать цветы, участвовать в акциях.